Он шел по улице и тихо плакал, облезлый, одноухий, с больной лапой, повисший хвост, несчастные глаза, а в них жемчужинкой дрожит слеза. Его никто вокруг не замечал, а если и заметил, то ворчал, а мог еще и палкой замахнуться. Он убегал, когда мог вернуться. Он с грустью думал: «Я такой урод, но кто такого жить к себе возьмет?» Так шел он, шел по краешку дороги, и вдруг перед собой увидел ноги. Огромные такие две ноги, обутые в большие сапоги. В смертельном страхе он закрыл глаза, а человек нагнулся и сказал: «Красавец-то какой, а ухо, взгляд, пойдешь со мной? Я буду очень рад. Принцессу и дворец не обещаю, а молочком с сосиской угощаю». Нагнулся, протянул к нему ладошку. Он первый раз держал в ладошках кошку. Взглянул на небо, думал, дождь закапал, а это кот в руках от счастья плакал. Живое слово.